Всем привет! С вами Юра из группы Корея. Недавно я стал обладателем замечательного инструмента от компании Chapman. На компанию Chapman я случайно наткнулся в интернете. Стало интересно, что они выпускают. И, соответственно, вот досталась такая вот гитара. Одним из факторов, повлиявших на выбор именно этого инструмента, была перевернутая голова, а также форма телекастера, которую я очень люблю. И сегодня хотелось бы о нем немного рассказать. Корпус гитары изготовлен из болотного ясеня, гриф изготовлен из клена, гриф вклеенный. Установлены локовые колки, струны сквозь корпус. Благодаря болотному ясеню у этого инструмента очень яркий и звонкий звук, очень хорошо собранные низкие частоты, а также ярко выраженная середина. На этом инструменте установлено два пассивных хамбакера фирмы Chapman, изготовленных специально для семиструнных инструментов. Два потенциометра, громкость и тон, трехпозиционный переключатель. На ручке тон имеется отсечка, благодаря которой мы можем отсечь половину хамбакера, тем самым сделав его синглом. Благодаря этой функции гитаре можно придать более глубокий звук, и это делает этот инструмент еще более универсальным. Накладка на гриф из черного дерева, который придает звенящие обертона, отличное отделение нот. У этой гитары мензура 26,5. Благодаря перевернутой голове придается дополнительный сустейн верхним струнам. Гитара отлично показала себя на живых выступлениях, а также при работе в студии. У нее очень хороший и чистый звук в клине, а также на всех видах перегруза. Она показала себя как в стандартном строе, так и в супер низком, в принципе, которым я и пользуюсь. Гитара отлично держит строй, как низкий, так и стандартный. Немаловажную роль в этом играют локовые колки, фиксированный бридж. Хочется отметить заводскую настройку этого инструмента. Гитара пришла сразу же с пометкой о том, что не стоит сразу же крутить анкер. Советуют немного подождать, чтобы гитара пришла в себя после переезда. В принципе, я так и поступил. Поставил струны, подождал, настроил мензуру и был приятно удивлен тем, как отстроен анкер, тем, как вообще отстроен здесь гриф. Гриф очень тонкий, струнки лежат на нем сразу с начала использования этого инструмента. Если вы когда-нибудь столкнетесь с инструментами компании Chapman, я бы настоятельно рекомендовал попробовать их в деле. Инструментом я остался доволен на 100%, он полностью продал все мои ожидания, доказал свою универсальность, с чем, в принципе, вы будете ознакомлены в видео, которое будет прикреплено ниже. Там мы попробовали его как в положении бриджевого, так в положении нека, в положении отсечки. Звук для видео мы использовали с головой VHT, без каких-то дополнительных обработок, то есть гитара звучит так, как она звучит. Всем спасибо за просмотр, увидимся на концертах, всем пока!